недопустимо вести себя так, как вели некоторые наши граждане, которые пришли с фаерами, с какими-то там этими хлопушками. Это все категорически запрещено, и мы знаем, даже в российском чемпионате уже это вызывает полное отторжение, когда такие болельщики пытаются испортить людям праздник. Но одновременно мы не можем закрывать глаза на то, что пытаются игнорировать абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран. Вы, наверное, видели возмутительные кадры по телевидению, когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления в адрес российского руководства, в адрес ведущих российских спортсменов. Понятно, что срываться на мордобой в любом случае нельзя, но игнорировать вот этих провокаторов, которые из-под тишка пытаются создать кризисную ситуацию, тоже недопустимо.